Всем привет, друзья! Как говорится, и снова здравствуйте! Ничего у нас не меняется, как обычно, да? Версия, я говорю, вся та же самая. Значит, обзорить, ребята, будем сегодня мод УАЗ Патриот. Значит, потихонечку дорабатываю его с ребятами. И надеюсь, что в ближайшее время это как бы по возможности, как время будет, то есть как бы его допилить окончательно, доделать. То есть доделается, писать, долбить сообщениями не нужно. Когда он выйдет, и каждый раз по 10 раз в день, все подряд. Выйдет, ребята, увидите, появится в группе и на ST мод. Так что сообщениями, повторяю еще раз, пожалуйста, не долбите. Буду реально, вот кто часто и постоянно долбит сообщениями, буду просто удалять из группы, из стима там и так далее. Давайте заведемся на полигоне Ветергана, как обычно, на Витином. Вот. Пока по аддонам, значит, создать. У вас патриот есть такой, пока он салатовый, я его запилил, перекрасил, то есть вот на дефолтном литье. Значит, будет еще присутствовать, ребята, второй вид колес, вот такой. Ну, я поеду на литье. Аддонов пока, ребят, нет никаких, ничего, просто как бы маленький предобзорчик на саму модельку. Значит, будет присутствовать синхронизация света. Автомобиль, я думаю, наверное, сделаем его в основном как разведывательный, да. Ну, наверное, еще и поставлю я туда какие-нибудь аддоны, чтобы можно было на нем, например, с друзьями реально прокатить какую-нибудь карту. То есть будет, возможно, прицеп с дровами, возможно, будет туля на крышу с гаражными частями, возможно, будет прицеп гаражных частей, плюс там топливо, чтобы возил. Ну, то есть, чтобы полностью реально можно было на патриотах прокатить карту. Вот. Такой вот автомобильчик. Значит, автора я укажу, когда машинка будет выходить, да, кто автор модели. Значит, конверт в игру, ребята, сделал Доктор Дизель. Я надеюсь, что Колян Джанки поможет тут с анимашкой маленечко. Я тут все остальное подпилю там по подвеске, по свету, по аддонам. То есть вот, как-то так. А сейчас давайте просто прокатимся. Патриот прикольный, цвет пока зелененький. Возможно, будет несколько цветов, то есть как бы посмотрим там, что определимся. Вот. И давайте на нем прокатимся по полигону. В принципе, машинка такая добротная. Вот. Сейчас давайте, наверное, звук все-таки вывесил его как. Так, звук хотел погромче сделать. Сейчас настройки звука как-нибудь вот так, надеюсь, будет слышно. Что-то у меня опять проблемы с микрофоном, как обычно. Вот. Ну, подвесочка, видите, так нормально вывешена. То есть заднее колесико, видите, все болтается. О, прикольно. Все, видите, висит, зараза, висит. Вот. Возможно, шноркель будет стоять, я не знаю. Посмотрим, если найдем что-то такое более-менее симпатичное. Вид будет из салона, ребята. Вид из салона вот такой, да. Салончик такой приятненький. Вася будет сидеть за рулем у нас, как обычно. То есть можно на пассажирском месте покататься на патриоте. Значит, мне не нравится все это делать, поэтому я катаюсь так.
Вот. Ну, думаю, будет присутствовать анимация карданов. Да. Мадончики. Ну, наверное, два вида колес, я думаю. Будет. Посмотрим. Посмотрим, как пойдет. То есть. Вот. Надо будет еще посмотреть, ребята, у меня где-то есть УАЗик 31500 какой-то, 14, не знаю. А вроде тоже поднастроенный. Ну, я думаю, возможно, что его тоже запилю. Поднастрою там все со светом, с аддонами. Возможно, тоже выложу, кому интересно. Ставьте лайки. Делитесь видосом, подписывайте группу на канал. Все, будем потихоньку разруливать в группе, как только наберется 2000 человек, ребята, будет розыгрыш. Еще раз повторюсь, лицензионные игры Battlefield Company 2. Значит, как на канале наберется 2000 человек, ребята, тоже будет розыгрыш лицензионной игры, пока не знаю какой, не могу определиться. Может быть спинка, может быть что-то еще, может быть НФС. Ну, будет точно лицензионная игра стимовская. Так что будьте поактивнее на канале, делитесь видео. Там ставьте лайки и так далее. Все в ваших руках. Розыгрыш состоится только как наберется 2000 человек там или там. Все, мониторьте в группе на канале. Вот как-то так. УАЗик вообще обалденная моделька. Автор молодец, что сделал. Серега молодец, что запихнул ее в спинку. Ну, а мы будем молодцы, если мы тут все доделаем до конца. И тогда получится хороший патриот. Хороший мод. Скажем так. Весь грязи такой. Весь грязи. Как тут скрин надо какой-то хоть делать, я не знаю. По симпатии такой. Пока метился уже. Все, вся грязь пропала, ну ладно. Вот. Так что вот, ребята, патриотик. Прям в траву, смотрите, в цвет травы. Можно прятаться. Прятаться тут где-то. В лесу. Давайте уже грязь не будем месить по-быстрому. Продолжим его, прокатим. Скорость, в принципе, видите, сами такая неплохая. Будет. Не скажу, что прям он будет летать как самолет, но кто-то рядом с дефолтом может чутка побыстрее, в принципе. А так, я думаю, что кто-то где-то как-то, короче. По расцветкам еще говорю, что возможно будет несколько вариантов. Не факт, что он будет зеленый там. Изначально он вообще был другого цвета, то есть, поэтому звук, я думаю, наверное, останется вот этот УАЗовский обычный дефолтный, что-то неохота с ним даже заморачиваться. Тарахтит вроде УАЗик и все нормально. Вот, хотя на патриотах, я думаю, там звучок немножко другой. Ну что-то, скажем так, нет большого желания возиться с этим делом, со звуком. Как говорится, меня устраивает и такой. Вот. Надо будет вот эти ходовые огонечки, ребята, проделать обязательно. Я думаю, что они будут работать, светиться как положено. О, давайте тут прям. Вот, вот, давай быстрее, блин, долбаная камера. Идрен батон. Ах ты, детишки, ну что-то среднее надо, блин, и никак. Ну ладно, давайте хоть так, как-нибудь. Ладно, пусть будет такой скрин. Ё-моё. Проходимость, ребят, не знаю. Ну, вот у меня просто стоит спинтайр спирт, может из-за этого там что-то лабуда какая-то.
Когда он больно бодро как-то по грязи прет. Где-то. Да, сейчас мы и проверим. Вот тут засадим говнище. Скажем так, по грязи едет. А с другой стороны, что ему не ехать, полный привод. О, догребает тут впереди себя. Ну-ка, давайте понижайте. Спокойно так едет вообще. Опа, опа, опа. Вот сглазил я, походу. Нет. Ладно, давайте вылазим. Понятно, что он едет по грязи, без вопросов. На полный УАЗик, блин, да? Как-то грязно. На капот как-то легла, не так. Что-то видно с игрой может делать, я не пойму. Что-то не обращал раньше внимания, что она как-то так подозрительно выпукает, да? Ой, как бы выкуп. Короче, вы меня поняли. Да нормально едет УАЗик, чё как УАЗик. Отличный аппарат, отличный мод, ребята. Осталось его только допилить, сделать все как надо, и все. Сегодня буквально, наверное, ночью я ближе к утру с Серегой там переписывался по поводу, как выложить его в общак, доделать. И Серега сказал, не вопрос. Так-то его соберем и выложим в общак. Еще раз повторяю, ребята, долбить сообщениями не надо. Когда выйдет, а что, почему, а где что будет. Вот что будет, когда выйдет, тогда все и увидите. Еще раз повторяю, буду банить. И в стиме буду банить у себя там. И с друзей удалять. И также из группы, ребята, буду банить. Потому что иногда раз что-то делаешь, вот сидишь и большее время. Ты не что-то делаешь, а пишешь вам ответы, когда, чего, где, почему, зачем, а как. Поэтому без обид, как бы, да? Все, мониторьте в группе и на канале. Все сказано, все показано. В разделе товаров появляются, как бы, все моды там, которые появляются, выкладываются. Поэтому лазьте туда, смотрите, не знаю. Чаще заходите в группу, заходите на канал, там, слушайте. Слушайте, как говорится, что на видео говорят. Не зря же тут сижу и распинаюсь, правильно? Поэтому, ребята, все, вся информация на канале и в группе писать не надо. Когда будет, что будет и так далее. Нормальный УАЗик вообще. Сейчас его подъем тут, наверное. Да, понастроил тут Витя. Квадратов понимаем. Ладно, давайте объедем, что тут говорится. Морщить одно место, да? Одно могу сказать, что мне Патриот такой уже очень нравится. Забавная такая хорошая машинешечка. Как бы в основном я дорабатываю то, что только то, что мне нравится.
Вот мне нравится что-то, я делаю. Мне нравится, я даже браться не буду. Ну, за деньги могу, конечно, взяться. По сути. Все. Тонем, как положено. Так что вот. Интересно, если нырнуть, он заглохнет. Что я что-то иногда могу делать, что-то нифига там не глохнет. Он летит, машина работает. Ну и бог не. Даже не собираюсь запариваться, почему так происходит. Все равно рано или поздно сломается, да, под водой. Потому что ничего страшного. Сейчас она подсохнет по мастричку, да? На фоне берега. Камера, конечно, вот ни туда, ни сюда, как говорится. Да и все ли мопси. Давайте вот так вот. Давай, Вася, головой крути. Форточку попал, да? Не хочешь же? Нет, надо туда лазить. Все, кепку поправил. Молодец. Вот упертый-то какой, смотрите, не хочет никак. Ну? Два называется. Че там чешешься? А, и спать лег, вообще молодец. Ну ты упырь вообще, трындец. Ой, господи. Вот. Ну, думаю, будет все-таки зелененький по-любому будет. Зелененький, возможно, какой-нибудь серебристенький, темненький. Я не знаю, там. Посмотрим, да? Смотрим, что там будет. Стекла пачкаются как-то странно, ну, да и ладно. Вот такой, ребята, обзорчик на УАЗ Патриот. По возможности, как время, ребята, будет, заделаем его и появится он, ребята, в свободном доступе. Как быстро и как скоро, не знаю. Ну, я думаю, наверное, в течение месяца, наверное, появится. Вот. Месяц, я думаю, что данная машинетка появится в общем доступе, потому что проблем никаких не будет, там время будет хватать, ребята, все, автомобиль будет в общаке. Бета-версия как бы данного автомобиля, я думаю, что потом что-то переделается, перемутится и будет что-то получше, посвежее, повеселее. Вот, а так, в принципе, вот, на этом, ребята, буду заканчивать обзор. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу. С вами был, как всегда, Драйвер51Рус. Всем удачи, здоровья, успехов во всем. Ждите. Я надеюсь, не очень долго будем его собирать. И данный мод появится в свободном доступе. Все, всем пока.